Вот. Это видео появилось в социальных сетях накануне и возмутило казахстанцев своей жестокостью. Официант нечаянно пролил кофе на одного из посетителей и тут же получил удар в челюсть. Уже на утро полиция отыскала обидчика. Им оказался 29-летний алматинец. По классике жанра парень тут же принес извинения на видео. 25 числа был инцидент в кафе-кафеделия. То есть пришел на завтрак в 10 часов. И произошла неприятная ситуация. На меня официант случайно пролил кофе, за что я его физически ударил. Ударил ладошкой, ударил не сильно, но все же я понимаю, что это поведение, не подобающее человеку в людском обществе. И по данному факту прошу прощения у общественности, у потерпевшего. Сегодня обидчик выглядит не так уверенно и дерзко. Примет ли его извинения парнишка-официант, пока неизвестно. А этому кухонному боксеру грозит уголовное наказание по статье «Хулиганство». Поэтому любителям помахать кулаками стоит запомнить, что за такое могут посадить на срок до 2 лет, либо оштрафовать на кругленькую сумму – более 5 миллионов тенге. Это 2000 МРП.